Центр обслуживания Московского района обслуживает более 32 тысяч человек. Делано много, делается много. Замечательные проекты реализуются. Работает Арсквинер. Замечательные акции внедряются на территории Московского района, такие как «Сердце в сердце удобного» и другие проекты. И это заслуга не только руководителей этого зала, это заслуга всего коллектива культурного центра. И сегодня принято решение администрации Московского района наградить грамотой вот этот трудовой коллектив территориального центра социального обслуживания Московского района за значительный вклад в развитие социального обслуживания населения. Я, конечно же, хочу пожелать каждому из работников, прежде всего, крепкого здоровья, благополучия, конечно же, удачи и исполнения желаний. Ровно 5 лет назад нам город реставрировал здание бывшего детского садика и нам отдал его в оперативное управление. Это одно из прекрасных зданий города. Нам почетно работать в этом здании. И это говорит об отношении власти к социальной службе. Сегодняшний юбилей мы встречаем нашим сплоченным коллективом, который оказывает определенную, даже скажем, трудную работу по оказанию услуг населению района. И в этом у нас есть главный актив. Это баланс опыта и молодости, ответственность и инновационный подход к работе. Что бы ни случилось, свет, рядом любовь, та, что нам открыла дверь из призрачных миров. А я просто счастлив, ведь рядом есть ты, самая желанная из всех. А я просто счастлив, сбылись все мечты, и я желаю, чтоб сбылись у всех. А я просто счастлив, и я не боюсь кричать об этом так, чтоб знали все. А я просто счастлив, и я помолюсь, чтоб не было печали на земле.